Всем привет, с вами Мимико. Я продолжаю проходить Гарри Поттера и Философский камень. Меня Гермиона, как вы помните, попросила расследовать какие-то странные звуки на запретном этаже. В общем, я думаю, многие из вас помнят, что там происходило в оригинале, поэтому просто приступим. Рон? Ты читал «Последний пророк»? Там написано, что кто-то пытался ограбить Гринготс, волшебный банк гоблинов. Ну, окей. Привет, Гарри. Привет. А, сюда нас не пускают. Ладно. Ладно, здесь я вроде как все осматривала тогда. Кстати, по-моему, справа внизу пустая картина. Видите, просто кресло стоит, и никого рядом с ним нет. Куда идти надо, я не знаю, но в любом случае здесь мы уже не можем все исследовать, потому что в прошлый раз, когда я здесь была, все уже обследовали. Так. О, ваза. О, привет. И вы здесь. Я так полагаю, игра подсказывает мне, что нужно идти туда. Оставь все, Гарри, пора снова отдать братьям бобы. А где вы? Ха, как же картина не активируется. Алахамора! Вот. Флипендо! Оно? Алахамора! Не, а куда они делись, правда? Серьезно. Камин вроде не ушли. Хотя. Эй, Гарри! Ты уже нашел 25 конфет? Да. Подойди к Фреду. Все карточки у него. Спасибо, Гарри. Ты нас здорово выручил. Они нам очень нужны. Мы хотим разыграть слизеринцев. Держи разыграть? Волшебную карточку. Ты ее заслужил. Ну ладно. Пошли, Джордж, у нас полно дел. Не буду вам мешать заниматься этим. Разыграть слизеринцев — это очень-очень-очень хорошая идея. Особенно нашего любимого блондина. Так, теперь нужно найти вход на урок тайной магии. Алахамора! Девушка здесь стоит. Флипендо! Флипендо! Нет, не сюда. Эх, не хватает здесь метлы по замку. Ладно. Ой. Ой-ой-ой. Не, ну мы же сюда ходили. Мы сюда ходили. В свое время. Направо? Есть у меня в этом сомнение. Хотя. Пожалуйста, прекрати! А что тебе не нравится? Я здесь просто не прыгаю. Не это невежливо. Ну ладно. Ох уж это английское воспитание. Алахамора! Алахамора! А вы не подглядываете? Ну ты и зануда. За что?
Слушайте, а здесь будто бы что-то вставлять надо. Прям... Даже не знаю. Опа! Ой! Ой! Флипендо! Флипендо! Смотрите-ка. Ой-ой-ой, блин, я опять это сделала. Флипендо! Черт. Я прошу прощения. Интересно, потайная комната. Ну, я так полагаю, что что-то с этим связанное будет. С этими странными выступами. Ну, не знаю. Сюда, видимо, нам еще не надо идти. Алохомора! 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 Блин, так странно что-то выполнять, когда это нигде не отметится. В итоге игру придется... Ну, не то, что придется, я могу ее, конечно, оставить. Весит она немного, она не отвлекает, не мешает. Но... Я пройду, я оставлю прохождение. Это будут очень приятные воспоминания об этой игре. Я могу потом еще раз ее когда-нибудь пройти, но... Все равно, ну, хочется хоть чуть-чуть, ну, чтобы ее, может быть... Хотя это я Games. Чтобы ее, может быть, в Стиме сделали. И тогда бы я делала там ачивки, достижения. Это бы хоть где-то бы отмечалось. Но сейчас... Так. Что же вы не хотите спать? Там еще было. Флипендо! 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 Они еще мне попу показывают. Ну ладно, вот компенсация. Почему эта комната так вот выглядит, интересно? Будто бы я в гостиную какой-то... Какого-то факультета попала. Но это не так. Сегодня я нашел за шкафом потайную дверь. Опасайся Пиза. Он все время устраивает пакости. Хорошо. Мы правильно идем. Ну, вроде да. Ого. Привет. Ух ты! Ты это видишь? Профессор Снег только что вышел из запретного коридора. Он ужасно хромает. Давай, Гарри. Ну, давай посмотрим, пока Филч не вернулся. Помню я эти Слышишь, моменты. Рычание. Наверное, там сидит ужасное чудовище. Пойдем скорее. Расскажите мне все по пути, а то мы опаздываем на защиту от злых сил. Помню я моменты, когда
именно этого профессора постоянно путали, как то ли как перевести, то ли специально так перевели. То Снейп, то Снэк, то черт знает как. Даже, по-моему, был просто перевод именно типа по смыслу. Я не знаю, зачем это было сделано. Зачем такую путаницу внесли? Привет. Сегодня вы научитесь разгонять тьму при помощи заклинания Люмос. Смотрите, сейчас я нарисую символ заклинания. Потом вы нажмете кнопку мыши и, не отпуская ее, аккуратно обведете контур. Когда закончите, отпустите кнопку. Косяк. Ну, у меня, в общем, вот с этим, кстати, всегда было плохо. 99. Прекрасно, мистер Поттер. 5 баллов факультету Гриффиндор. Попробуйте еще раз, мистер Поттер. Как тебе, соточка? Прекрасно, мистер Поттер. Образцовое заклинание. 10 баллов факультету Гриффиндор. Вот этот шум на фоне. Попробуйте еще раз, мистер Поттер. Так же не бывает так шумно на уроках. Ой-ой-ой. Это была моя ошибка. Факультет, набравший больше всего очков к концу года, выиграет кубок школы. 15 баллов факультету Гриффиндор. И еще раз, мистер Поттер, посмотрим, что вы умеете. Что? Прекрасно, мистер Поттер. Образцовое заклинание. Обращайтесь. 20 баллов факультету Гриффиндор. Ну вот, хоть где-то. Хоть где-то я это сделала. Практика по заклинанию Люмос. Сейчас вам предстоит тренироваться в сотворении заклинаний Люмос. Идите за мной, мистер Поттер. Нажмите кнопку мыши и наведите заклинание на цель. Чтобы сотворить заклинание, отпустите кнопку. Потренируйтесь на этой горгулье. Хорошо. Я, кстати, хочу одну вещь посмотреть. Так. А, все, я поняла, зачем эти колбы нужны. Это вот наш, соответственно, герб Гриффиндор. И 220 у нас. 258 у Слизерин. 145 у... Господи, кто-то из них Пуффендуй, кто-то из них... Я четвертых забыла. Хаффлпафф. Не могу вспомнить. Но я думаю, мы с ними еще встретимся. Но Слизерин у нас обгоняет. Красивый мост, не правда ли? Теперь вам нужно пройти по нему и собрать звезды. Я встречу вас позже. Мост-то красивый, но я по обычным квадратным заметным текстуркам проваливаюсь. А тут по таким мостам это, конечно, будет для меня испытанием. Но там еще наверху сохранение. В общем, я так понимаю, нужно мне везде юзать эти горгульи, чтобы куда-нибудь добираться. Алакамора!
Так. Здесь. Nintendo! Окей. Lumos! Вау. Блин, ну с какой любовью игра сделана, а, все-таки? Ну, Эгейм, что с вами случилось? Почему вы такую... Как устали делать? Почему вы так людей... Могли же раньше. Не понимаю. Игра, блин, 2001 года. Так. Ладно, нужно было, наверное, здесь тоже все активировать. А, но с другой стороны, подход вот к этому месту. У нас теперь есть. Может быть, оно и хорошо. Хотя да. Было проще сразу же ее активировать, посмотреть, что там за решеткой. Ну ладно, на будущее это мне будет уроком. Жаль, что самого Поттера не озвучили. Зачем мне здесь сохранение, не понимаю. Ну, ладно, уж пускай будет. Интересно, если бы я на всех уроках собирала максимальное количество баллов, мы были бы сейчас на первом месте. Вингардиум Левиоса! Хотя, с другой стороны, мы же все знаем, чем это все закончится. Двигающиеся. Ну, меня не дождались. Так. Здесь я не могу ничего достать. Значит, вот здесь. Картину я не могу, хотя она такая прям яркая, будто бы за ней точно есть тайная комната. Вообще, замок ими прямо кишит, этими комнатками. И опять здесь картина, кто-то ушел, но это то же самое. Картина, конечно, как в холле. Ясно. Ну, интересно, сколько у нас будет подобных комнат? Оу. Ну вот хвататься в полете он не очень за нее хочет.
Кстати, о Пивзе. Его очень давно не было. Меня это немного смущает. Знаете, что вполне возможно, что он где-то сейчас появится. И я опять это сделала. А все шло так хорошо, пока я не начала падать снова на очередной платформе. Что же это такое? Третий раз. Да ладно. Как так случилось? Я же аж прикоснулась к этому месту. Неужели нужно прям ровно встать и миллиметр туда попасть? Четвертая попытка. Я даже чуть-чуть отойду. Вот. Сохранение. О, какой просторный холл, в который я не очень хочу заходить. Скорее всего, что-то сработает. Блин, ну тут звезда. Пивз. Ты такой урод, Поттер. Ну что мы можем... Слушай, я уже не так плохо управляю. Не смотри в зеркало. Ты такой урод. Слепено. Поттер, меня зовут Пивз. Смотри, не попадай. Все знают, что Слепено. Давай, проваливай. После квиддича и прочего мне уже... Меня уже мало пугают твои предъявы. Да что ж такое? Алахамора! Алахамора! Причем на самом деле игра честно предложила, в принципе, пропустить этот момент и пройти дальше. Просто не забирай звезду. Люмос! Так. Да, вот здесь мне уже Ой, она движется. Это было внезапно, я сейчас чуть не упала. Ладно. Слепено! Лобы. Слепено! Алахамора! Алахамора! Слепено! Блин, а здесь опасно. Я вообще допрыгну до туда. Ладно. Допрыгнула. Кто-то здесь стоит. Кажется, я заблудился. Угу. Алахамора! Не, что, уже пришла на выход? Алахамора! Слепендо! Опа, нет. Все-таки мы вернемся сюда. Или нет? Ну да, возвращаемся. Все, хорошо. А то я уже начала переживать.
Где она? Я слышу жабу. Больше не слышу. Ну ладно. Не суть важно. Мы вернулись сюда. Мы запустили мостик. Активировали. И теперь, я так понимаю, нам нужно что-то вроде лестницы будет туда. И вот сюда. А вот здесь, как всегда, я иду, знаете, по самому длинному пути. Потому что есть намного короче. Ну, не то, что короче, мне и так придется это сделать. Но если бы я сделала это сначала, пошла бы налево, я бы ее активировала и не задавалась бы вопросом, а что дальше? Потому что я пошла бы направо, выполнила бы необходимые действия, и все. Иди сюда. Так, сюда мне не надо, только сюда. О, привет. Здравствуй еще раз, Гарри. Привет. Привет. Так, где? Они такие милые. Оу. Понятно, зачем там сохранение нужно. Там для сохранения для именно таких людей, как я. Алохоморра! А вот и жаба это была. Фух. Ну что, удачи. Да вроде нормально все. Вы собрали все звезды. 20 баллов факультету Гриффиндор. Теперь вам пора на урок зелий. Первый этаж. Флипендо! Кстати, сбросилась, по-моему. Я могу снова это делать. Первый этаж. Алохоморра! По-моему, я здесь была. Ага. Сейчас у нас урок зелий. И похоже, мы на него опоздали. Ну, всякое бывает. Знаете что, наверное, я на этом пока остановлюсь. И мы с вами увидимся в следующем выпуске, где я пройду урок зелий. И, скорее всего, что-то там будет еще. Тихо и медленно подходим уже мы к финалу игры. Он, правда, будет близко. Я думаю, здесь буквально еще пару выпусков. Поэтому увидимся с вами в следующий раз. Подписывайтесь, ставьте лайки. И, кстати, я вижу, что это Рейвенклоу. Хорошо. Всем пока-пока. До встречи.